она вот стояла. Вот эта стенка теплая была. Тут мой зал. Начала соседям тарабанить, сильно стучала, орала, кричала. Никто не вышел. Они слышали, но не вышли. Потом забежала домой, уже смотрю, уже помочь не смогу ничем. Уже дым, везде все черное, уже горит. Все осталось. Босиком сервир в чем был, я в чем была босиком. Еле его вытянула. Я везде с ним, везде с ним. В туалет с ним. Купаю, брею, все я сама. Он недееспособный, он уже признан, что недееспособный. Я как опекун. Мы чуть там не остались, слава богу, что вышли. Смогла я его вытащить. Я бы его одного не бросила бы там. Я уже и думала, что мы останемся там. Ни в какой не хотел. Отталкивал, не хотел выходить. Боялась, испугалась. Я его щипнула, чтобы он в себя пришел. Вот так вот. Потом он просрал, как будто по волшебству молча вышел, пошел со мной. Я эту временку как кладовку использовала, потому что она вся лопнутая, на земле построенная. И вот крыша рухнула. Течет, как дождь течет, все мокро. Предложили здесь на кухне пожить и на очередь становиться. Здесь света нету, печки нет, вон все стены мокрые, без фундамента дом. Здесь у меня мука стоял, мешок, так крысы перерыли весь пол. Вот здесь под шифером тоже пола нету, дырки. Здесь пола нету, там пола нету. Здесь тоже везде трещины. Я обращаюсь к народу, ко всем неравнодушным. Кто может помочь, чтобы помогли. У меня случилась такая беда. Сгорел дом. Я работать не могу, я пенсионерка. Ухаживаю за сыном, инвалидом первой группы. Не дай Аллах никому, чтобы у кого-то такое случилось.